поднимаюсь вверх по канатной дороге. Ой, какая красота! Температура заметно понижается. С 20 градусов до 14 опускается. Ой, какая красота! Ой, какое ущелье внизу. О, какая красота. Ветер холодный. Потряхивает ветром. С высоты орла выше, чем орел. Говорит, ох, качает, раскачивает во все стороны. Вот, дорогие, путешествуем с вами горам окружающих Бельджик. Горы, покрытые лесами, очень много цветущих растений. Да, горные лани. Вот еще одна особь. Пятисотлетний граб.
дерева, у которого народы местные собирались для совершения ритуалов, обрядов. Это был древний храм для народов. Сейчас это самое старое дерево. Мегалитические сооружения. Народы, которые их возводили, вероятно, были очень развитыми. Это была цивилизация, исчезнувшая. Назначение их неизвестно. Скорее всего, это ритуальное. Сафари-парк в Геленджике на высоте 600 метров над уровнем моря. Такая красота. Весь залив геленджикский. Видим. Я спускаюсь в сафари-парк с уровня 600 метров над уровнем моря, с Мархотского хребта Кавказских гор. И вот перед нами, дорогие зрители, залив, Геленджикский залив, вытянутый такой овальной формы, с двух сторон мысы. Слева толстый, справа тонкий мыс. Живописно, очень сказочное зрелище. Город раскинулся на протяжении вот всего залива 20 километров. Но в основном вот там густонаселенный жилой массив. Вот мы видим его слева. Она тонкому мысу. Нет такого большого строительства. Есть.